Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Harrier 2003 года выпуска, 2.4 бензин, полный привод на автомате. На этом автомобиле мы сегодня заменим стойки стабилизатора передние и втулки стабилизатора. Стойки мы будем использовать, по-моему, 3/5, если я не ошибаюсь, а втулки оригинальные. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль, снимаем у него передние колеса, и там уже будет видно, что мы откручиваем дальше. Поднимаем автомобиль. Открутили колесо, снимаем его. Вот они, наши стойки стабилизатора. Вот она одна. Пыльники здесь уже разорваны. Стойки, они вареные, восстановленные какие-то. Видите, сзади здесь сделана крышка. Это раньше такое практиковалось. Ремонтировали их таким образом. Они поджимались, у них менялись вкладыши, но они ходили. Вот они, наши втулки стабилизатора. Если здесь... Сейчас усилия придам. А не буду его сейчас придавать. Я сейчас откручу стойки стабилизатора. И видно будет, что стабилизатор наш на резинках упадет. Он там стучит, простукивает. Меня интересует вот другой вопрос. Что у нас здесь побежало? Что-то мокрое. Надо будет смотреть сверху. Что это произошло? Ладно. Чистим резьбы с двух сторон. И откручиваем. Берем здесь шестигранник, шестерочка по центру. Это еще старые, родные, на новых. Может быть, другой шестигранник будет, посмотрим. Срываем сначала гаечку. Держим шестигранником ее. И точно так же снизу откручиваем. Здесь я снизу уже сорвал и снимаем. Верхний палец у нас еще живой, а нижний все, его разбило. Ну, втулки стабилизатора, честно сказать, не настолько мертвые, сколько я думал. Стабилизатор не падает, они его еще держат. Поэтому, ну, мы их все равно, мы их взяли, мы их уже меняем. Откручиваем с одной стороны и с другой стороны. Вот они, болты на 12. Отсюда смотрится не так удобно, а сзади более удобнее. Сверху длинная головка денется на 12, и трещоточкой мы сможем подлезть. Вот она, одно крепление. Здесь только глушитель закрывают, но здесь можно сверху над карданом. Вот оно, второе крепление. И все, и оно спокойненько откручивается и спокойненько меняется. Берем, откручиваем эти болты и меняем втулки.
Болты идут, но идут туговато, не закусывают ничего. Но мы их собирать будем, мы медной смазкой резьбы смажем. И они еще 14 лет проработают. Все-таки хорошие японские автомобили. Второй болт тоже снял. Теперь вторую сторону раскручиваем. Все, открутил я и вторую сторону. Болты нормально открутились. Берем новые втулки. Втулки под номером 48 815 48 030. Вот такие вот втулочки идут. Ну, диаметр их на 21, они внутри немножко такие с какой-то сеточкой. Видно, она армированная втулка. Берем и устанавливаем их разрезом назад. Для этого снимаем вот этот домик. И устанавливаю новую втулку. Смазываем болты медной смазкой. Вот так это выглядит. И наживляем. Пока не закручиваем, только наживляем. Эту сторону мы наживили, идем на другую. Также ее разбираем, вытаскиваем низ и снимаем вверх. Разжимаем втулку, снимаем втулку. Здесь, как видно, на втулках
Вот он стоит, этот материал. Но втулка работала по бокам. Внутри, посередине коррозия, а по бокам она немножко держала. Вот это вытираем и устанавливаем новую втулку. Вот. Ставим верхний домик. И ставим нижний. Здесь втулка видно вот этими усиками, встает в прорези. Все, вот она стоит, видно, насколько она прижмется. Вот она стоит поджатая, а это все зажмется болтами. Также два болта этих мажем медной смазкой. И наживляем их. Вторую сторону тоже. Со смазкой сейчас мягко идет. Ну вот, теперь остается их только затянуть. Затягиваем. Затянул обе стороны, обе втулки. Как видите, зазора на втулке не стало. На старой втулке был зазор сбоку. Это как раз говорит о том, что она не обжималась. А теперь берем и устанавливаем наш стабилизатор. Стойку стабилизатора. Использовать мы будем фирмы Три Пятерки. А номер ее идет SL3750. Она что слева, что справа одинаковая. Сделана она аналогично оригиналу. Такая же резьба, такая же, гайки такие же. И даже палец, тот же шестигранник остается. Сейчас резьбы медной смазкой мажу. И устанавливаем стабилизатор. Я выбрал в такое положение, затянул. Вот он, я его шевелю, видите, он плотненько сидит. Тот не падал, но он это спокойно ходил. Ну, тот поработал. Так, нажимаем маленько и закручиваем. Новая резьба, гайки старые, но идет как по маслу, хотя я и смазал смазкой. Все, берем, зажимаем. И также нижнюю.
Азии даже можно ее держать, она тянется нормально, палец не прокручивается. Все. Точно так же ставим сейчас вторую сторону. Стойка стабилизатора такая же, идет по таким же номерам, они одинаковые. Втулки мы заменили, стойки мы заменили. Опускаем, ставим колеса. И на этом все. Всего вам доброго.